Ну а перед началом нашего видоса хочу посоветовать канал SuperCodeBS. У него очень крутое оформление, крутые видосы, у него очень хороший монтаж. Ребята, кому не лень, подпишитесь, ведь не пожалеете. Серьезно, очень крутой канал, мало актива, мало просмотров. Поддержите парня, ему будет очень приятно. Ссылочка на канал будет в описании. Но мы переходим к видеоролику. Пау, поехали! Ну а всем привет, ребята, вы на канале Denplay, и сегодня мы с вами поиграем в игру под названием Brawl Stars. Сегодня закончился сезон, в котором я лично не особо играл, но не пушил. В этом сезоне я врываюсь в этот сезон и хочу или 24 тысячи, или 23, как у меня будет время, потому что у меня школа, как бы карантин, да, но онлайн уроки и задания задают много. Так что я не знаю, смогу ли я апнуть 24 тысячи, но 23 точно, потому что смогу, я верю в себя. Давайте, ребята, откроем сезонные боксы. У меня 21 тысяча старпоинтов, у нас продается эта акция, я не знаю, это, наверное, самая лучшая акция, но она очень дорогая, ребята, прям очень дорогая. Деньги в игру такие влаживать, это не очень круто. Давайте откроем эти ящички. Давайте сначала большой ящик откроем. И здесь нам падают только монетки. Окей, давайте... как вы видите, у меня еще сундуки здесь есть. Но я их открою, ребята, после обновления. Обновление выйдет примерно 14 апреля. Ой, 14 мая. Да, мая. Мая. И Brawl Talk выходит 9 мая. Так что, возможно, через... 3 дня после Brawl Talk'а или через 4, не знаю, выйдет, короче, обновление. Давайте откроем этот мегаящик. Вот здесь шансы есть на все. На все, что угодно, кроме мифика. Окей, ну, возможно, выпадет мифик. Кто его знает? Давайте, кнопочку открываю. Есть. Вот поставьте лайк, подпишись. Байт на супер-супер. Короче, супер байт. И он... Не работает. Не сработал байт. Ну, короче, не работает этот способ. И это мега ящик. Вы серьезно? Это мега ящик. 300 монеток и 3 гема. Вау. Таких мега ящиков я еще не открывал. Это прям жесть. Врываюсь. Сегодня, ребята, апну за этот день 21 тысячу. Давайте пойдем в ограбление на динамайке. Постараюсь его на 650 сегодня апнуть, или же сегодня апнуть двоих персов на 600. Ну, на 600 это изи. У меня просто эти персы были на фриз-форме, это 549 кубков. Давайте затащим, пацаны. Так. Отлично. Чик-чик. Нет, я случайно это сделал. Зачем я это сделал, не знаю. Убили, есть. И надо врываться. К сожалению, Булл не смог нормально отыграть. Убили, есть. Так. Ну, отлично, покоцали нормально. Булл врывается. Я кидаю. Подрываю эту станцию. Убиваю бита, должен убить бита. Ну, помоги же мне, Джесси. Ну, куда ж ты побежала? Почему она убежала просто от меня? Ну, окей. Проиграли мы, скорее всего, эту катку. Хотя, возможно, еще шансы есть. Ну, понимаете. Хотя, да, шансы есть, ребята. И мы, скорее всего, выиграем эту катку. Нужно не давать прохода соперникам. Вот, давай. Тычку. Есть, все. Это победа. Победа. Вы поставили лайк, я побеждаю. Отлично, ребята. Давайте еще одну каточку сыграю. Давайте с этими же самыми рандомами. Булл, в принципе, неплохо сюда подходит. Да Булл вообще в любое ограбление подходит. Давайте этим же пиком сыграем. Булл. Только это другой Булл, да? Да, другой Булл. Это другой никнейм у челика. И против нас тоже Булл, Леон. И это не радует. Так, вот тут он. Ах ты, вон он. Вон он тут. Нет, к сожалению, он прорвался. Я не вижу за джойстиком ничего. Где этот Леон? Ну, окей. Окей, он меня убил. Блин, жаль, конечно, что мы так много сразу всадили. Илка, иди отсюда. Ну,
блин, жаль, что мы проиграли эту катку. Ну, блин, жестко на флангах пацаны сыграли. Да, возможно, блин, не самые лучшие челики со мной в команде, но и я не самый лучший в этой катке. Да, мы слили просто, можно сказать, в сухую. Печально. Но я бы не сказал, что здесь Джесси топ. Вот Джесси, возможно... Давайте сейчас 2000, точнее не 2000, а 20 тысяч. Я случайно уже 2000 говорю. 20900 апнем. И тогда сегодня я апну точно 21 тысячу. Ну прям 100% сегодня вечером апну. Давайте выберем другого перса. Я не хочу что-то играть за Динамайка. Давайте возьмем, к примеру, Эль Прима. Против нас Динамайк, Фрэнк. Ну, у меня в команде тоже хорошие челики. Брок, ну, такое, не знаю. Не, Брок нормальный. Вот у них Фрэнк, я не знаю, как Фрэнк можно брать в награду... Ой, награду ограбления. Убиваем. Блин, меня, к сожалению, зажали. Ну, нет, еще не убили. Еще я живой, но, блин, жаль. А где наши ребята? А вон они против одного этого. Одного Эль Прима сражаются, блин. Ну же, давай. Есть. Отлично. Ниндзя убить. Ниндзя. Нет, я тебе не дам. Я вам не дам просто так разбивать наш сейф. Надо убить, главное, этого Эль Прима. Эль Прима, убейся. Есть. Давай, Динамайк. Трать свои тыки на меня. Я буду мансить, ты что? Так, ой-ой-ой, окей, ульту потратил. Давай. И залетаем. Залетаем. Но нам, к сожалению, просто сейф разбивают. Ну, к сожалению, да. Окей, давайте, ребята, закончу этот видос. Пойду сейчас 21 тысячу апать. Потому что, ну, серьезно. Я очень хочу апнуть рекорд. У меня рекорд, напоминаю, 22 100 кубков. Ну, надеюсь, 23 хотя бы возьму. Но 24 это прям вообще в хорошем раскладе. Давайте, ребята. Все, хорошего вам настроения. Удачи. Кто тоже сейчас на учебе, у кого тоже видеоуроки, просто поставьте лайк, напишите в комментариях, как вам, нравится или нет. Мне лично не особо круто это. Давайте, ребята, всем удачи и всем покедова.